При администрации Трампа война в Украине завершится быстрее, Зеленский. При администрации избранного президента США Дональда Трампа, война России против Украины завершится быстрее. Однако точной даты нет. Как сообщает РБК «Украина», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью с Успильному. По словам Зеленского, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие. У украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию по видению мира. Базис, на котором мы стоим, он, Трамп, редакция, услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал, отметил президент. Глава государства также рассказал, предъявлял ли Трамп перед Украиной требования об участии в переговорах с Россией. Мы независимая страна, и мы во время этой войны, и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом и с Байденом, и с европейскими лидерами, доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает, подчеркнул Зеленский. В то же время, по словам президента, при администрации Трампа война завершится быстрее. Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших из-за несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно, отметил Зеленский. Трамп намерен завершить войну в Украине. Напомним, недавно издание Associated Press писало, что согласно собственным заявлениям Трампа, в первый день в Белом доме ему придется многое сделать в частности посадить Украину и Россию за стол переговоров. Ранее сообщалось, что Трамп в четверг 7 ноября якобы провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По информации The Washington Post, они говорили о войне. Так, по словам источника, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном присутствии Вашингтона. Кроме того, новоизбранный президент США выразил заинтересованность в дальнейших обсуждениях для скорейшего разрешения войны в Украине. Также, по словам источника Fox News, Дональд Трамп в скором времени может назначить спецпредставителя по миру в Украине. Он должен будет возглавить переговоры с Россией о прекращении войны.